Этому зданию более полувека. И хотя внутри сада сделан ремонт, картина снаружи удивляет не по-детски. На 80 малышей из трех групп всего одна веранда, несколько турников, качели и песочница. Это одно из любимых развлечений ребят на детской площадке. Ласково они называют его «Радуга». Но как большинство турников здесь, его не меняли. Около 30 лет. Воспитатели добавляют, играть здесь еще и небезопасно. Специального настила нет, игрового оборудования не хватает. А потому дети ищут приключения, насколько позволяет фантазия и воспитатель. Так, Семен, нельзя на дерево. Нельзя, тихо, это опасно. Вот здесь только можно играть. И оборудование сейчас современное, оно все-таки пластиковое, да, современные такие есть. А у нас железное в основном, колеса резиновые. И хочется нам, конечно же, современного, нового, красивого и удобного для детей. Пожелания учтут. Губернатор оценил проблему и пообещал изменить ситуацию к лучшему. Вот сейчас договорились, что разработают смету на благоустройство. Мы сделаем площадку спортивную, сделаем забор и понемножку изменим ситуацию здесь. К лучшему. Теперь руководство детского сада должно подготовить проектно-сметную документацию, и уже после здесь проведут комплексное благоустройство территории. Александр Ковалев, Михаил Волобуев, новости X-TV.